Привет всем! Вот приехали на поле чесночное проверять, как стрелки. Стрелки уже вот такие вот. Так что в понедельник начнем уже их ломать. Дождь прошел, земля во как вбилась. Ливень у нас сильный был. Два раза ливень лил. Очень сильный. Ну и вот тут тоже уже стрелка, и тут чуть-чуть подкопала, уже во какой чесночок. Земля вообще такая рыхлая, мокрая, но рыхлая, тут земля хорошая. Вот, и чесночок уже, во, тут головочка начинает. Как сломаем стрелки, так уже и начнет идти в головку. Видно, во, как лил дождь, во, земля прям как наверху, как песочная такая. Да, стрелки уже, считаю, каждая есть. Ну, может, у какой еще, конечно, вот как тут только начинает, а так уже стрелки вот у каждой есть. Ну, так что вот так. Вот. Начинать надо уже в понедельник. Ломать стрелки будем. Сами не будем ломать. Потом только второй раз мы сами пройдем. Вот чесночок какой. О, какой красивый. Во. О, очень красивый так. И длинный такой. Вообще этот год очень. О, какой длинный. О, очень длинный, очень красивый. Вот, стрелки сломаем. Надо еще проехать один раз, землю порыхлить, чтобы воздух был, то она как цемент такая стала. Ну, и надо чуть-чуть прорыхлить один раз. Ну, у нас опять обещают дожди, не знаю, как, что будет. И опрыскивать надо, ветра. Погода работать, как говорится, не дает. Вот тут чуть-чуть трава опять. Вот так. Во, какой чесночина крупные. Во. Очень этот год. Так, красивый, конечно, браковка тоже есть. Его поменьше тоже, во. Такие есть. Без этого никак не бывает. Вот, а так большинство, во. Вот такой, во, крупный чеснок. Тут некоторым, во, конечки желтеют, но это ничего. Это каждый год он. Так что вот такое вот поле. Работы много. Возьмем где-то людей 4-5. Не знаю, как договоримся. Будем уже сегодня договариваться, чтобы в понедельник уже начинать. Так что немножко поделилась, как у нас чеснок растет. Вот. Растет хорошо, и трава не отравилась некоторая. Вот. Ой, какой вот этот крупный, очень. Ого, во, если с большим пальцем его поставить, это толще большого пальца, во. Ну какие, рвали зерно, и все равно зерно. Чуть-чуть осталось. Так что всем пока. Всем хорошего дня. Ну, а у нас, как говорится, работы ждут. Всем пока.